От дальневосточных морепродуктов и мясных деликатесов из Белоруссии до костромского льна и традиционной узбекской посуды. В Йошкар-Оле продолжает работать всероссийская ярмарка, на которой свои товары покупателям представляют более 60 предприятий из 30 регионов страны. Дадут попробовать или примерить, все объяснят, расскажут и покажут. Эта ярмарка придется по нраву и тем, кто желает обновить свой гардероб, и тем, кто ценит вкусные и полезные продукты. Сейчас самое время обновить свой гардероб к жарким летним дням. На всероссийской ярмарке вас ждет широкий ассортимент летней одежды из натуральных тканей. Здесь есть и классические модели, и варианты с этническим дизайном. Это все в Костроме производится. Мы сами производители, то есть мы работаем уже больше 15 лет, у нас такой небольшой семейный бизнес, и занимаемся изделиями пошива из льна. Еще один повод прийти на ярмарку всей семьей – продуктовые ряды. Сухофрукты и орехи из Средней Азии, букет приправ с чарующим восточным ароматом, икра и рыба прямиком из дальневосточных морей, а также сладости, мед, кавказские сыры, белорусские мясные деликатесы. Этот ассортимент сам по себе отличный повод устроить вкусный ужин для семьи и друзей. Любой хорошей хозяйке, которая заботится о здоровье близких, придется по вкусу полезное растительное масло первого холодного отжима. Масло проходит только отстой, нет никакой фильтрации, вот, поэтому сохраняются все элементы, предназначенные как бы для полезного питания. То есть то, что продается в магазинах, это уже масло, конечно, очищенное химическим способом, то есть полезных веществ там практически уже не остается. Приятное дополнение к покупкам – квест-игра «Подарок за селфи», а также розыгрыш бытовой техники, товаров для дачи и продукции с ярмарки от организаторов выставочного центра «Удмуртия». Все подробности в группе ярмарки ВКонтакте. Стоит отметить, что за один только прошлый год всероссийскую ярмарку посетили почти 800 тысяч человек. Полюбилась она и жителям Мариэл. Я мармеладки нашла для себя и для детей. Ну а так интересно, здорово. Всероссийская ярмарка будет работать ежедневно с 10 утра до 8 часов вечера, без обеда и выходных, а в последний день 29 мая до 16:00.